1444 год, високосный год, начинающийся в понедельник по григорианскому календарю. Это 1444 год нашей эры, 444 год 2000-летия, 44 год 15 века, 4 год 5 десятилетия 15 века, 5 год 1440-х годов. Событие. Португальский моряк проник на 400 миль южнее мыса Бахадор и привез в Португалию золотых рабов-негров. 1444-1445. Поход арманьяков под командованием дофина Людовика на Шварцвальд. Сентябрь. 1444. Шварцвальдские крестьяне отбрасывают арманьяков. Движение в Эльзасе юго-западной Германии. Июнь. Победа албанцев над турками в битве на Нижней Дибре. Создание Лиги албанских князей. По инициативе Скандербега. 10 ноября. Битва под Варной. Разгром армии Яна Шахуньеди огромной турецкой армии. Гибель короля Венгрии и Польши Владислава. Ликвидация польско-венгерской унии. В результате битвы под Варной турки на голову разбивают крестоносцев. Турецкая экспансия в Европу усиливается. 1444-1458. Король Венгрии Ласло VI. Руководство венгерской политикой оказывается в руках у императора Фридриха Габсбурга. 1445-1453. Султан Акка Юнул Джахангир родились. С.М. Также. Категория. Родившиеся в 1444 году. Скончались. С.М. Также. Категория. Умерший в 1444 году 23 июня. Марк Эфесский. Православный богослов.